Вот о том, какие аварии и дорожные происшествия произошли в течение этой недели, смотрите в расширенном обзоре дорожных новостей от Ильяса Гумерова. Наш новый обзор дорожно-транспортных происшествий с камеры maps.ufane.ru сегодня мы начинаем с пересечения улиц Цурюпа и Коммунистическая. Белый седан вынужден объезжать автохама, решившего выполнять поворот вторым рядом. Но произошедшее дальше немного удивляет, ведь при минимальной скорости и открытом обзоре наш герой даже не пытается крутить баранкой. Даже интересно, кого признали виновным в этом происшествии. В какой-то степени схожая ситуация, имея в виду дорожно-транспортное происшествие буквально на ровном месте. Изначально водитель синей легковушки имел возможность не вставать в ряд для проезда прямо. Ведь, судя по всему, позже он пытается свернуть направо. Но когда черный внедорожник пропускает легковушку, разъехаться им так и не удается. Небольшое, но касание, я так понимаю, было. А это видео станет уроком для желающих прижаться за трамваями. Вины водителя здесь фактически как таковой-то и нет, но всегда стоит быть более предусмотрительным. Невского интернациональная. В очередной раз спешка в общем потоке приводит к тому, что вы уже никуда и не торопитесь. В таких случаях очень жаль второго участника дорожно-транспортного происшествия, который, как говорится, и вовсе не при делах. Двигаемся дальше. Микрорайон Сипайлова и абсолютное пренебрежение главным правилом каждого, кто садится за руль. Вы управляете транспортным средством повышенной опасности. А двигаясь в зоне пешеходного перехода, концентрация вашего внимания должна быть увеличена в несколько раз. Но не оставлю без внимания и пешеходов, которые при переходе дороги должны всегда смотреть по сторонам и быть готовыми к любым изменениям ситуации. Улица Менделеева. Пренебрежение погодными условиями, малая дистанция и невнимательность. Но обратим внимание на автомобиль впереди. Явно для его водителя решение о повороте и впоследствии резкая остановка стали такой же неожиданностью, как и для второго участника ДТП. Еще один случай, где на первый взгляд прямая вина водителя грузовой «Газели». Колея, трамвайные рельсы – все предпосылки для сноса автомобиля. Но зачем было водителю легковушки высаживать пассажира посреди дороги и даже срываться с места, когда тебя объезжает другой автомобиль? И снова торопимся. ВАЗ 15 модели выполняет поворот под стрелкой и должен был уступить, в то время как автобус выезжает на перекресток уже фактически на желтый сигнал светофора. И все это на скользком покрытии. Этим видео должны заинтересоваться не только крупные грузоперевозчики, ведь даже самый небольшой груз на вашем автомобиле может превратиться в смертельное ядро или стать причиной аварии. В данном случае остается радоваться, что металлический лист никому не навредил. По этим кадрам нельзя однозначно ответить, почему пассажирскую «Газель» унесло в занос. Но можно предположить, что в очередной раз на скользком покрытии и, возможно, с небольшой колеей из-за наледи, водитель при виде моргающего зеленого светофора стал оттормаживаться, и случилось то, что случилось. Каждый случай дорожно-транспортного происшествия в своем роде уникальный, но в общих чертах в большинстве случаев к таким последствиям приводят халатность, спешка и банальное неуважение друг к другу. Часто мы уверены в своей правоте и, видя наглеца или новичка, как мы думаем, пытаемся его проучить. Но когда понимаем, что ситуация критична, уже поздно, и своего мастерства нам не хватает. Поэтому удачи на дорогах, берегите себя и окружающих. Всем пока, ровных дорог!